Итак, друзья, произвели инкассацию одной из точек в этом месяце, которая приносит меньше всего прибыли. И вот такие результаты мы видим за месяц. Так, получается, начнем с верхней левой колбы, со слаймов. Одна игрушка стоит у нас по закупу 2 рубля 96 копеек. Продаем мы ее за 10 рублей. Чистая прибыль у нас составляет 7 рублей 4 копейки. За месяц у нас продалось 14 игрушек. А чистая прибыль у нас с данных игрушек вышла 98 рублей 56 копеек. Дальше. Посередине колба сверху с поп-сокетами. Закупочная цена одной игрушки выходит 13 рублей 70 копеек. Продаем мы одну игрушку по 40 рублей. Чистая прибыль у нас с данной игрушки получается составляет 26 рублей 30 копеек. Продали за месяц 7 штук, итого 184 рубля 10 копеек у нас чистая прибыль. Думаю, в принципе, всем понятно, каким образом можно посчитать по данной таблице. Ну вот, поэтому не буду затягивать, и я думаю, тут сами можете посмотреть, какой товар сколько всего принес. Итак, дальше. Всего я проинкассировал 1290 рублей. Из них чистая прибыль у нас составила 820 рублей. Это та точка, которая приносит меньше всего прибыли. Вот. Дальше я буду выкладывать видео по нарастающей, то есть какие автоматы приносят больше. Вот. И по данной последовательности буду выкладывать видео. По поводу аренды я специально не писал сюда сумму, которую я плачу на данном месте аренду, потому что выпущу отдельно на эту тему видеоролик. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.